Закончился матч «Мэтт Волна» победой морских со счетом 3-1. Илья Лебедев и Дмитрий Ковальчук обсуждают итоги этой встречи. Илья, это третье поражение вашей команды подряд. Что вы будете делать дальше? Выигрывать. После трех поражений подряд будем побеждать дальше. Сегодня была игра уже на другой половине поля. Видимо, не в этом дело. Да нет, это все шутки были, конечно. Мы к «Волне» готовились тоже, то есть, ну, мы знали, что хорошая команда, и настраивались по-особому, но совсем не получилась игра, то есть не получилось то, что хотели, и, в принципе, сыграли плохо. Это вторая подряд игра для «Волны» с претендентами на медали. Какой сегодняшняя игра была? Ну, во-первых, спасибо сопернику за победу, нам за победу. Результат по игре, не знаю, хороший сбор, плохая реализация, в общем-то, вот, хотя счет крупный. Спасибо.